Пляжница. Пресс. Упражнение «Поза верблюда». Встань на колени, стопы сокращены, полотенце под голенями. При его помощи и придерживаясь за него, варьируй степень прогиба. Или можешь опустить ладони на пятки, стопы и колени на ширине таза, голени параллельны друг другу, бедра перпендикулярны полу, таз над коленями. Старайся не зажимать шею, плотно прижми пальцы ног к полу. Заворачивай бедра внутрь и направляй их друг к другу, как будто сжимаешь большой мяч. Направь копчик вниз к полу, это поможет удлинить нижнюю часть спины и мягко вытянуть низ живота. Стабильная основа позволит поднять и расширить грудную клетку и область ребер. Нижняя часть тела стабильная, а в верхней появилось ощущение свободы и вытяжения. Наблюдай, как область сердца раскрывается, а позвоночник образует дугу. Дыхание успокаивается и становится глубже. Расслабь и опусти плечи, втяни лопатки. Поза верблюда помогает бороться с сутулостью, одаривая долгожданным ощущением приятной растяжки. Вытягиваются мышцы всей передней части тела, груди, пресса и бедер. Умничка! Отлично! Твой тренер Катерина Буйде. Будь в форме вместе со мной!